Давайте сделаем так. Я вручу какой-нибудь приз, еще не знаю какой. Кто угадает вот по вот этому луку, из какого города эта замечательная девушка? Из какого? Екатеринбург, Сыктывкар, Петербург. Что еще может быть? Иваново. О, наконец-то. Питер, все правильно. Ирина Орлова, город Санкт-Петербург, приехала к нам сегодня. Ирочка, твой кликер. Ваши аплодисменты, друзья. Петербург в Москве. Коллеги, добрый вечер еще раз. Я представляю систему экспертного поиска «Ансёрч». Теперь на свой вопрос вы можете получить полный ответ, подготовленный специально для вас экспертом. Как это работает? У нас есть группа экспертов. Вы задаете ваш вопрос в «Ансёрч». Система подбирает для вас подходящего эксперта, который формирует полный ответ. Теперь вам не нужно самостоятельно изучать десятки сайтов. Эксперт «Ансёрч» разберется в проблеме за вас. Вам не нужно изучать форумы, чтобы понять, какая марка товара лучше. Эксперт «Ансёрч» рассмотрит разные варианты и подготовит ответ. Вам не нужно делать массу звонков, чтобы понять, есть ли товар на складе, правильно ли указана его цена. Эксперт «Ансёрч» сделает за вас все звонки. Также, если у вас рядом есть только смартфон, то искать в нем информацию довольно сложно. Эксперт «Ансёрч» подготовит для вас полный ответ с приведением всех адресов, ссылок и телефонов, которые будет очень удобно рассматривать на вашем смартфоне. Таким образом, система экспертного поиска «Ансёрч» экономит ваш самый ценный ресурс — ваше время. Конечно, есть автоматические поисковые системы Яндекс и Google, но они формируют для вас неполный ответ в виде набора ссылок. И это очень неудобно использовать на мобильных устройствах. Эксперты «Ансёрч» готовят для вас полный ответ, который удобно рассматривать на смартфоне. Есть различные тематические площадки и вопросно-ответные системы, однако они не гарантируют вам качественного результата. И на каждый ваш специфический вопрос вам нужно будет искать специальный сервис или приложение, что займет долгое время. Таким образом, у системы «Ансёрч» нет прямых конкурентов. Подробнее, как это работает. Соответственно, пользователь задает вопрос эксперту, и эксперт формирует план, сколько ему нужно выполнить работы и сколько это будет стоить. Это может быть несколько вариантов плана в зависимости от глубины выполнения задания. Пользователь подтверждает конкретный план и оплачивает работу. Дальше эксперт «Ансёрч» формирует ответ и направляет его пользователю. Таким образом, пользователь получает полный ответ, а система «Ансёрч» — деньги. Объем рынка информационных потребностей людей можно оценить с помощью рынка контекстной рекламы. Это 100 миллионов долларов, рынок контекстной рекламы на мобильных устройствах в России, и 10% — это доля рынка «Ансёрч». Это доля тех запросов, где «Ансёрч» имеет конкурентное преимущество абсолютное. Мы уже год активно работаем над проектом и вложили 100 тысяч долларов личного капитала. Благодаря этому мы создали приложение для айфонов, которое уже сейчас вы можете скачать на App Store. Также мы разработали специальный браузер для работы экспертов и систему распределения заданий. Важно, что мы уже оценили качество нашей действующей системы. Если для обычных поисковых систем Яндекс и Google можно сказать, что 50% — это доля успешных запросов, то для «Ансёрч» это 95%. 95% успешных ответов по запросам пользователей. Соответственно, мы планируем развивать наше приложение для айфонов и разработать систему для андроидов, также расширять группу экспертов и заниматься активным маркетингом для привлечения пользователей. Для этого мы ищем 200 тысяч долларов инвестиций. Участники нашей команды имеют большой опыт работы в области информационного поиска.
в том числе в Яндексе, и наш генеральный директор Игорь Евгеньевич Куроленок является одним из ведущих специалистов в области информационного поиска и машинного обучения в России и на международной арене. Я благодарю вас за внимание. А вам это самые бурные аплодисменты. Как вам, а, питерская школа? Было здорово. Друзья, если есть вопросы к Ирине, то, пожалуйста, подходите, общайтесь. Ирочка, спасибо большое. Ваши аплодисменты.